В эфире юбилейный 25-й выпуск программы «Реальный спорт Ульяновск». Я ее ведущий Михаил Рассашанский. Здравствуйте. Сегодня вместе с олимпийским патрулем мы побываем в базарном Сызгане. Посмотрим, как сыграла в хоккей сборная правительства области против своих коллег из Буинска. Также побываем на фестивале школьного спорта страны СНГ. И сделаем это в компании с нашим гостем, одним из ярких представителей спортивной общественности Ульяновской области, Назиром Шамсудиновым. Здравствуйте, Назир Асхатович. Здравствуйте. Ваши регалии можно перечислять очень долго. Вы и мастер спорта международного класса по борьбе, и депутат Гордумы, и председатель общественного совета при Министерстве спорта, и вице-президент Олимпийского совета Ульяновской области. А что для вас самое главное? В чем видите свое предназначение? Все эти площадки, если я на них присутствую, значит, есть моя на то востребованность. Получается, что наводить баланс в части здравого смысла, в части стратегических приоритетов, в части того, что называется, нужно народу, а не только там, каким-то чиновникам там, или функционерам, или отдельным видам спорта. То есть я за здравый смысл развития в целом. И поэтому все эти площадки важны. А предназначение свое я вижу – это в защите интересов золотой связки. Тренер, ученик, создание условий и поощрение по их заслугам. Ну и что ж, одна из ваших площадок, как я уже сказал, вице-президент Олимпийского совета Ульяновской области. И вот давайте вместе с Олимпийским советом, вместе с Олимпийским патрулем побываем в базарном Сызгане. Базар на Сызганском ФОКе «Олимп» – звездный десант. В гости к воспитанникам местной спортивной школы приехал один из самых быстрых людей Европы – спринтер Игорь Образцов. Вот, я немножко сгибаю. На команду «Внимание» вы поднимаете попу. Вот спина у меня прямая. Вместе со своим партнером по сборной Ульяновской области Ильфатом Садеевым Игорь Образцов дает мастер-класс. За 40 минут прославленные гости успевают рассказать о том, как нужно проводить разминку и как не потерять драгоценное мгновение при низком старте. Мне очень нравится общаться с детьми, делиться с ними опытом, рассказывать им что-то, объяснять, особенно если у них горят глаза, и ты как-то им в этом помогаешь, то я от этого только кайфую. Было очень легко, и поняла то, что даже великие спортсмены могут работать с юмором и наравне со всеми. Легкоатлетический мастер-класс, а равно как и занятие по футболу, которое провел с юными футболистами экс-голкипер Волги Дмитрий Красильников, только половина регионального проекта «Олимпийский патруль». Вторая часть со взрослыми, не менее важная, проходит под открытым небом. Участники совещания выбирают состав районного олимпийского совета, подписывают соглашение о взаимодействии с Минспортом, чтобы гарантировать поддержку своих спортивных инициатив. С этим проектом, я думаю, будет какая-то помощь и в медалях, и в кубках, и во всем. То есть, я думаю, мы заработаем еще с большим успехом. Базар на Сызганске стал 8-м районом из 23-х, куда с начала нынешнего года пожаловала акция «Олимпийский патруль». По традиции, лучшие спортсмены оставили на переходящем флаге регионального олимпсовета свои автографы и, словно эстафетную палочку, передали его барышу, куда через пару-тройку недель и нагрянет патруль. Назир Асхатович, а в школьные годы какими видами спорта занимались, ну, кроме своей любимой борьбы? Ну, с детства мы все были мастера спорта по спорту. То есть мы занимались всем, что было в шаговой доступности и что нам доставляло удовольствие. То есть мы не вылазили ни со спортивных площадок, ни с улицы. Ну, а позже уже, когда занимались профессиональным видом спорта, борьбы, то есть с 9 лет. До этого все. Хоккей, футбол, гимнастика. То есть я жил на Свияге, плавал как рыба. Ну, то есть мы приходили в секции максимально готовыми к любым видам спорта. Вот вы называли игровые виды спорта, и нынешние школьники, кстати, согласны в этом с вами, солидарны. И поэтому давайте отправимся на фестиваль, международный фестиваль школьного спорта страны СНГ, который недавно прошел в Ульяновске. В 2014 году трехкратные олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Владислав Третьяк открывали зимнюю Олимпиаду в Сочи. Спустя 7 лет уже в Ульяновске они дали старт международному фестивалю школьного спорта стран-участниц СНГ, который в нашем регионе проводился уже во второй раз. Открытие фестиваля совпало с несколькими важными датами. С праздником! С Днем города! И мое счастье то, что я свой день рождения отмечаю вместе с вами.
Около 400 юношей и девушек из 11 государств стали участниками фестиваля, в программе которого было 6 видов спорта. Мини-футбол проводили в заводском ФОКе «Орион». На родном паркете вне конкуренции оказалась команда хозяев. Ульяновцы легко прошли групповой этап, сразив команды Азербайджана и Молдовы. А в финальной пульке взяли верх над Казахстаном 4-1 и сыграли в ничью с Белоруссией 1-1, которая в итоге завоевала серебро. Команда проигрывала, но наша волевая победа, наш интерес к этому турниру, наше хотение и желание помогло нам выиграть. Занять первое место. За весь жаркий мини-футбольный турнир в 25 матчах было показано всего 3 желтые карточки. Причем уважительно ребята относились друг к другу не только на площадке. Команда с командами дружим. И с Крымом, и с Таджикистаном, и с Арменией. И, в общем, говорю, со всеми, кто живет на этаже, уже со всеми познакомились. Друг к другу ходим в гости, вот, общаемся. На левом берегу Волги соревновались и баскетболисты. Фоки-фаворит силами мерились 24 команды юношей и девушек. У парней самым высоким оказался игрок команды Кыргызстан Алим Муратов. Его рост 2,02. Выше других команд из Бишкека оказалось и в турнирной таблице. В финале киргизские школьники обыграли хозяев со счетом 7-4. Фестиваль понравился тем, что очень довольно красочно было, открытие было хорошее. Познакомились с несколькими командами из Украины, из России, а также ходили в музей авиации, там понравился вертолет. Первым делом вертолеты. Ну, это для Алима Муратова. Хотя приезжим девушкам-баскетболисткам также понравилась наша авиационная столица. Запомнилась прежде всего экскурсия авиации. Много моделей разных самолетов. У каждого своя история. Очень интересно было слушать гида. Очень интересный фестиваль. Здесь и на площадке, и за площадкой. Очень интересное мероприятие. Для наших детей это очень важно, чтобы они нашли своих друзей. Такие международные фестивали, я думаю, очень хорошая идея, и очень приятно было поучаствовать здесь. У баскетболисток чемпионом стала команда России, переигравшая в финале хозяев 12-1. А вот в женском волейболе первое место у Ульяновска, второе у Молдовы. В мужском волейболе эти команды местами поменялись. В трех других спортивных видах фестиваля тон задавали школьники Армении. Команда этой республики выиграла командное первенство и по настольному теннису, и по шахматам. Взяла итоговое второе место в бадминтоне. Руководитель бадминтонной команды Армении Элеонора Давлетовна признала, что является долгожителем данного фестиваля, посещая их все, начиная с самого первого. Фестивалей прошло уже 8, но главная идея школьных соревнований всегда одна и та же. Бывшие страны Советского Союза, да, мы это же прожили, мы это знаем, что такое. А сейчас СНГ, чтобы они понимали разные народы, чтобы они дружили друг с другом. Ну, было как раньше, одна семья. В четверг спортивные семьи, то бишь команды школьников, разъехались по своим домам-государствам. Хочется верить, что Ульяновск в их сердцах останется всерьез и надолго. Ну что ж, физкультурой и спортом у нас занимаются не только школьники, но и люди всех возрастов и представители всех профессий, в том числе и чиновники. Назир Асхатович, а вас не приглашали поучаствовать в соревнованиях никуда? Я, во-первых, поддерживаю, что наши чиновники уважают физкультуру и спорт. Во-вторых, конечно же, приглашали, но это не мое амплуа. Вот. Как бы не уйти в профессионалы там и кого-нибудь не забедрить. Ну что ж, недавно команда правительства Ульяновской области, тем не менее, сыграла в хоккей с коллегами из Буинской. Давайте перенесемся в ФОК-лидер. Товарищеские матчи между командами правительства Ульяновской области и администрации Буинского района Татарстана – уже традиция. Первый раз чиновники скрестили клюшки в июле этого года в Буинске. Нынешний визит – ответный. Результат, он всегда важен, но не принципиально. В Буинске мы проиграли со счетом 5-4. Здесь посмотрим, какой будет итог. Не увлечься хоккеем в Татарстане просто невозможно, говорит глава Буинской администрации. Ведь в республике действует около 40 крытых катков с искусственным льдом. ФОК Буинский построили одним из первых в 2009-м. С тех пор и играет команда буинских чиновников, многие из которых любовь к хоккею пронесли со школьной скамьи еще до строительства ледовых фоков. Учились мы играть все на валенках во дворе, то есть на снегу, и вот эта любовь через всю жизнь как-то идет. Первая же атака гостей из Татарстана и гол, что и говорит о боевом настрое и жгучем желании взять реванш. Хозяевам есть что обсудить на скамейке запасных. В отличие от первого матча, экс-министр спорта региона Николай Цуканов ныне в роли тренера. Вторая плохая защита, Жень, не надо торопиться никуда. Третье у нас звено сдерживания. Поэтому вам далеко бежать не надо, вперед. Хозяева еще в первом периоде не только сравнивают счет, но и выходят вперед. Гости отвечают своим голом и заработанным булитом.
Правда, голкипер ульяновцев Михаил Никашин выигрывает дуэль у форварда по-третьяковски надежно, оправдывая свой 20-й номер на вратарском свитере. Да, очень высокий уровень. Приехали профессиональные почти хоккеисты. У нас тоже хорошая пятерка первая, поэтому скорость очень высокая, нагрузка высокая. Ничья на табло и после двух периодов. Никто не хочет сдаваться. На ульяновской скамейке запасных снова оживленный диалог. Только речь теперь не о защите, а о нападении. Я встаю под бросок, если мне удобно. А ты стоишь возле меня, что если она пролетает в меня, ты страхуешь. Да, центрально. Хорошо. И все же удержать преимущество хозяевам не суждено. Гости из Буинска не только сравнивают счет, но и на последней минуте забивают победный гол. 6-5. И это долгожданный реванш. Мы не расстроены, у нас общий счет наших встреч 1-1. Счет равный. То есть это говорит о том, что наша история продолжается. Я думаю, мы сделаем вообще суперсерию. До 7 побед сейчас будем играть. Кубок, памятные медали и хорошее настроение для всех участников матча. Дата следующего поединка в серии определится позже. Назир Асхатович, вы дважды выигрывали первенство Советского Союза по борьбе, выигрывали первенство Европы и первенство мира по борьбе. Стояли на первом месте пьедестала почета. Наверняка помните и то, как вас встречали после этих успехов. А вот у вас есть такая мечта, чтобы встретить сыновей с олимпийскими медалями? Неоднозначно этот вопрос. То есть период Советского Союза, современной России – это разные периоды, мотивация разная. Я точно знаю, что борьба – это универсальный вид спорта. Если выбрали они спортивную дорогу, конечно, я жду от них только олимпийские медали. Если у них есть другая дорога, как бы, то борьба будет сопутствовать и всегда помогать им по жизни. А вот в Ульяновской области есть два человека, которые уже вернулись с медалями паралимпийских игр. Никита Кутуков и Анастасия Соловьева. И мы их встречали в аэропорту. Они стали первыми в истории, кто завоевал для Ульяновского региона медали Паралимпиады. Бронзового успеха в Токио добились 22-летний прыгун в длину Никита Катуков и 24-летняя бегунья на 400 метров Анастасия Соловьева. Меня так не встречали в 88 году. И хорошо, что меняются времена. Полтора месяца без родных и близких, без своего наставника Алексея Михалкина. Ступив на родную землю, конечно, слезы радости. Ощущения невероятные, рады всех очень видеть, аж до слез, аж эмоции переполняют. Накануне в Кремле Никите и Насте вручили государственные награды, медали ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Когда диктор называет твое имя и фамилию, и твой вид спорта, и какое у тебя место, вот, это для нас было очень так трепетно получать эту награду. Дома в Ульяновске тоже переживали и волновались, когда наши герои выходили на старт. И все по-разному, по-своему. И, я знал примерно, как он прыгает, в районе 70. Ну и американец прыгает там 7.30, третье место. Ну я так думаю, ну все, наверное, 7-8. Ну, отошел, кофе налил, смотрю, последняя попытка Никиты. 7.34, третье место, ура, победа. И потом интервью. Никит, поздравляю вообще. Спасибо. Молодец. Это гордость университета и пример для всех студентов, да и не только студентов, будущих студентов, выпускников и преподавателей. Через 3 года Паралимпиада во Франции. На нее у Кутукова и Соловьевой уже есть свои планы. Мы с Настей готовимся, с Лешей к Парижу уже ментально, психологически. На золото, на золото. У белоснежного лимузина, который специально заказали для наших героев, они запустили в небо шары, загадав желание. Уверен, оно у них одно на двоих. Увидеть в 2024 году Париж и победить. Назир Асхатович, вы успешный человек, к тому же многодетный отец. У вас 3 сыночка и лапочка-дочка. А в чем секрет вашего счастья? Счастье семейное – один вопрос, а секрет моего успеха, он равняется тому, сколько у меня врагов и недоброжелателей. То есть я ни в коем случае не мирюсь с тем, что называется лицемерие, двойные стандарты. И в целом я востребован, наверное, в своем амплуа. Что касается семьи, то, естественно, как бы это воспитательный процесс, это сопровождение по жизни своих ребятишек именно в том амплуа, когда они меня уважают. Ну что ж, время передачи нашей подходит к концу. С нами был реально самый активный спортивный общественник региона и функционер Назир Шамсутдинов. Ну а с вами был «Реальный спорт Ульяновск». До свидания. До свидания.